состязания в подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни открыли программу межрегиональных соревнований по пожарно-прикладному спорту памяти Валерия Кишкурно. С самого утра на площади Ленина проходят предварительные забеги. Штурмовая лестница для спортсменов-прикладников, как клюшка для хоккеистов, у каждого своя. Со спортивным инвентарем они обращаются бережно. Некоторые перед забегом обматывают лестницу изолентой. А это чтобы рука у меня не скользила. Я первой попытки бежал, но что-то она выскользнула. Сейчас хочу это дело предупредить, чтобы не было такого. Как за ней еще нужно ухаживать? Чистить, я не знаю, или что делать? Нет, просто следить за ней, чтобы она, ну, как бы была как струна такая натянутая, чтобы не болталась. Штурмовая лестница весит не менее 8,5 килограммов. Спортсменам нужно набрать скорость, забросить лестницу на башню и подняться с ее помощью на четвертый этаж. У каждого участника свои способы прохождения дистанции. Тормозить не надо, надо бежать и бежать и бежать, только вперед, вперед, вперед. В соревнованиях памяти Кишкурно принимают участие 19 команд из разных городов России. Готовиться к таким важным и ответственным состязаниям пожарные начали заранее. Вот нас вывели, мы соревнуемся, уже ездили в Пензу, тоже на соревнования пробные готовились, бегали. Сейчас вот сюда приехали. Впервые один из этапов соревнований по пожарно-прикладному спорту проходит не на городском стадионе, а в самом центре Заречного. Посмотреть на забеги и поддержать участников пришли многие горожане. Мы боимся за Заречного. А кого-нибудь знаете из нашей команды? Да. Жункова. Болеете? Болею. А вы откуда узнали про соревнования? Почему пришли? Здесь участвуют. Местный, да? Мы Заречный. Внук участвует. Поэтому... Как зовут внука? Артем. В Заречном есть поклонники пожарно-прикладного спорта, даже среди детей. Каждый год хожу смотреть так. Да? А почему ходишь? Что тебе здесь нравится? Мне увлекает спорт вот этот, когда лазить по лестницам. А сам бы хотел? Хотел. Попробовать. По результатам предварительных забегов определят именно тех, кто вышел в финал и будет бороться за звание победителя в этом упражнении. Кроме этого, участникам соревнований предстоит продемонстрировать свое мастерство в преодолении полосы препятствий, пожарной эстафете и боевом развертывании. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадио, компания «Заречный».